11 уровень воспоминаний. Вот это я не знаю, что такое. В начале каждого цикла ХП союзника с наименьшим значением в отряде восстанавливается 60%. Это уже прекрасно, но я все равно думаю, что нам надо поставить вот так. А, ну теперь у нас есть возможность набирать две команды. Каким образом? Я вообще не знаю. Потому что у меня, в принципе, и что делать? Объясните. Я не знаю, просто не знаю. Так, ладно, давайте, знаете что, смотрите. Так, у нас хил только один хил. А этот у нас... Вот здесь будет более сложный вариант, поэтому мы, наверное, сделаем вот так. Мы поставим... А, Март... Да, Март здесь сойдет, скорее всего. Так, сюда бы я бы поставил бы Герту, и вот так вот мы сделаем. Сюда. Так, так и так. Но у меня, в принципе, вариантов нету. Я не знаю, что будет. Ну, 12 циклов нужно оставить. А, вот он и первый босс, да? Восстановление нам не потребуется, мы можем сделать усиление. Давайте с усиления начнем. И... просто ударим, поехали. Ну, не знаю, как это будет. Что-то меня смущает это, на самом деле. Тут две волны, да? Сейчас появится босс. Вот он и босс. Ну, эта пачка, возможно, кстати, справится. Вопрос в другой пачке. Хотя нет, мне кажется, что... следующая пачка справится. А вот это... Ну, здесь у нас хила нету, поэтому тут может все что угодно быть. Есть. Напоминаю, что все они 60 уровня. Все персонажи стандартные, которые есть у всех ребят. И в этом как раз и интерес заключается. Сможет ли эта пачка пройти полностью все уровни? Сейчас, напоминаю, это идет 11-й. Они добивают. Вы смотрите, реально они справились. Это фантастика. Неужели это распределение просто... Они еще все живы. Ну ладно, там еще... О, 30 циклов нам давали. Вы видели? 30 циклов. Офигеть. Ладно, давайте делаем надежду. Ставим ставки, получится или нет. Потому что я начинаю сомневаться в этом. Что мы можем сделать? Усиление мы можем поставить. Да, только единственное одно усиление. И поехали. Да, вот это будет реально сильный бой. Я надеюсь, Наташа справится. Так, хорошо. А, ну две волны, естественно. Естественно, две волны. Наташа. Не спим, Наташа. И сейчас ультун, кстати, потратит, по-моему, самого слабого. Нет, ну как так? Хотя, может, и нет. Если играть с руками, не на автомате, я думаю, что результат был бы еще лучше. Но я чувствую, что ты и автомат сможешь спокойно справиться. Есть. Ух ты. Так, он остался один, давайте. Она даже ульту еще не использовала. Отлично, пока что живем. Напоминаю, что у нас еще впереди около 10 циклов как минимум. Даже 14, по-моему, там 12 нужно поставить. Понижение защиты, Ну, если мы сейчас, конечно, его остановим, я думаю. Он уснет немножко. Так. Давайте, я надеюсь. Ну, в принципе, урон не такой сильный. По идее, да. И даже с тех циклов, которые у нас еще осталось, я думаю, хватит вполне. Там еще десятки циклов. Каждый сможет по 10 раз ударить. Ой, молодец, хотя бы в босса. Хотя бы в босса зарядил, спасибо. Ой, ее убили почти, нет.
Есть! Идеально просто. Да надо было босса добивать, ну хотя... Да ладно, мы пока справляемся. 11 уровень, напоминаю. Это просто фантастика. Три условия полностью выполнены. Ребята, не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Впереди 12, 13, 14, 15. И обязательно пройдем с обычной пачкой. И подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Пока-пока.